Итак, пожилой Бора в теме, ребята, я негодую, и я просто буду кидаться дерьмом в ноткоин. Почему? Потому что хламища, полное дынища, ребята. Покупал я тогда Uh, когда-то там, где-то там, платинум uh, аккаунт, uh, да, заплатил бабосы, да, и что я на выходе вижу? Дно последнее. Проходим инвент, хоризонт, лаунч, елки, заходим, чтобы получить свои там три копейки, да, переходим в первое задание, ребята, и это дно на постоянной основе, ничего не запускается, это постоянно, это, ребята, стабильность. И то есть, чтобы получить свои санные 3 копейки, ребята, вы их даже не получите тут, потому что тут ничего не запускается. И вот а, такого рода проектов здесь на самом деле выходит немало. Но, мать его, Джонни, почини свой хлам, так как он не работает. И если не запустится бот, если не запустится бот, то вы дальше не сможете не подписаться ни на Телеграм, ни на X, ни на Дискорд, ни на веб-сайт. То есть, в целом, значит, задание в нотконе это не засчитается. И тогда у меня логический, риторический вопрос, какого хуя, блядь, вы сюда это постите, блядь. Ну для чего? Чтобы у меня с говном просто прокипели, блядь, все мозги. Для чего? Напишите комментарий, для чего они это делают. Для чего, блин, ребята, для чего это все? То есть, вообще, по сути, как я понимаю, разраб этого приложения, да какого нафиг приложения, вот этого санного бота заплатил а, разрабу ноткоина за то, чтобы он внес его в Explorer, да, вот в это, да? И, блядь, он не работает. Ребята, зайдите на любой форум по ноткоину, там такие комментарии, что обоссаться можно, ребята. Я искренне негодую вообще, ребята. И это на постоянной основе, на вот прям вот как пить дать. То есть, вот таких вот проектов, по сути, было просрано здесь, наверное, блядь, сотку, наверное, уже, которые не запускались. И я даже не понимаю, кто их проходит, если они не запускаются. Если перейти, допустим, к примеру, на официальный канал, да, где есть оповещение о выходе новых пулов, да, там просто, понимаете, если поставить эмодзи, говно, то там только лайкнут одно говно. Я не скажу, что ноткоин плохой проект. И ноткоин дал возможность заработать многим миллионам людей. Но, ребята, для чего вы это дынище сюда вообще постите? Если оно не работает, если куб работает, если там еще какие-то работают, для чего? Да, наверное, у них сервак перезагружен, я не знаю. Там может еще что-то. Но вы хотя бы проверьте, блядь. Возможно ли вообще войти в этого бота или нет? И я думаю, нет, и это ребята никто не компенсирует. Тогда вот могу задать один нескромный вопрос. Кто будет покупать платиновый, платиновый аккаунт, если это дно не запускается здесь? Какой смысл вообще покупки платины, если нет вообще, по сути, никакого тут заработка? я не считаю вообще правильным и нужным покупать было платину. Нужно было эти ноткоины в целом продать. Хотя я этого не сделал. И у меня их довольно большое количество. Но я не стал их продавать, блин. Ну вот одно не работает. Просто не робит, ребята. Все. Упс. Сеньоры. Для форса, блин. нафиг отсюда. Все. Это кирдец, ребята. И вот просто если зайти, еще раз повторюсь, на любой форум, на любой сайт по обсуждению вот этих пулов, ребята, это просто днище, елки-палки. Ну, блядь, пиксель этот сраный тоже, такая хрень, блин. Вот кому я рассылал, да, к примеру, с другого аккаунта, да, Ссылку сказали, да, даже заходить в это дно не будем. Это неинтересно, ребята. Куб, ладно, куб, еще интересно. Это типа будет, как я не знаю, как ТикТок в Телеграме, да. Это еще будет интересно. Но все остальное, ребята, это хламище просто полное. Вот это э, Flappy Beards, да, тоже такая в херопта, ребята. Ну, вообще, бонусные игры. Вот это Fox Pirate. Ребята, я даже заходить не буду. Она лагает она вся залагивается, она вся забагована. Бункерс или бункерс, еще более или не менее, более или менее, ребята. Визвудс, прикольно, да, ладно. Мегапалс вот этот, вот эта шляпа тоже по подобию Кэтнизы, да. Берасинг или Берисинг или Бурисинг, тоже еще тут днища. Дримкоин, говнища, Тон Покер тоже. Ванила Финансы, вообще, мне кажется, развалится. Империя Батлс еще, вот, кстати, качаю более-менее. Все остальное это одно. Так вот, мой комментарий, ребята, по поводу этих всех пулов. Смысла покупать нету платину. Вы сами видите, это про... И не у меня у одного. Обзвонил всех, ни у кого не запускается. Вообще ни у кого. То есть какой был смысл? Компенсация будет? Не будет, забудьте. Я даже больше скажу, когда был такой момент, что в нотконе был пост по поводу того, что, ребята, типа, вы не продавайте ноты, ноты свои, да, мы вам там чуть бы не x тысячу процентов заплатим. Где процент? Процента нету, ребята. Наебали, проще говоря, простыми понятными словами. И а, канары, каналы, ребята, миллионники могли просто заработать реально хорошие бабки, но они тоже не продали, потому что думали, что там, там им заплатят какой-то бешеный процент. И тоже никаких выплат не было, ребята. Вот такой вот комментарий, ребята. Все.